Президент Беларуси требует восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня, посещая это предприятие. На заводе главе государства доложили о состоянии производственной и финансово-хозяйственной деятельности и вариантах развития. Также президент ознакомился с технологическими процессами ремонта авиационной техники. Особое внимание перспективам городского поселка Балбасово, где расположен сам завод. История предприятия берет свое начало с июля 41 года, времени формирования второго авиаремонтного поезда военно-воздушных сил Балтийского флота. С декабря 56-го предприятие располагается на аэродроме Балбасово в Оршанском районе. На заводе организован капитальный ремонт и модернизация военной и гражданской авиационной техники, включая различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также ремонт оборудования, комплектующих, агрегатов и контрольно-проверочной аппаратуры. Активно осваивается и ремонт вертолетов типа Ми-26 и самолетов типа Л-39.